Привет! Сегодня я покажу, как за 5 минут настроить свой личный VPN. Сначала нам нужно выбрать хостинг. Например, я использую AEZO. Переходим по первой же ссылке. Выбираем услуги. Облачные серверы. Здесь выбираем любой сервер. Нажимаем сюда. Здесь мы выбираем название. Нашу страну. Например, я использую Амстердам. Выбираем просто самый базовый тариф, его нам будет достаточно. Операционную систему оставляем Ubuntu, выбираем предоплаты. Бэкапы вообще нам не нужно, можно выключить. Нажимаем «Платить», выбираем способ оплаты. Можно банковскими картами, ИСБП в том числе. Оплачиваем, переходим в «Мои услуги». Здесь находится наш сервер. Сначала он будет еще несколько интегрироваться. Нажимаем на стрелку. Нас перекидывает на страницу с нашими данными сервера. Нам нужно 3 данных. IP-адрес, имя пользователя и пароль. Имя пользователя всегда одно и то же, root. Дальше нам нужно скачать приложение Amnesia VPN, через которое мы будем, соответственно, подключаться к нашему серверу. Переходим на GitHub. Выбираем нужную нам версию. У меня это будет, например, Windows. Скачиваем, устанавливаем. Я устанавливать не буду, так как он у меня уже установлен. Дальше открываем, соответственно, приложение. Нажимаем кнопку «У меня уже есть данные». Настроить свой сервер. Сюда вводим наши данные. IP-адрес. Имя пользователя, root. И, соответственно, пароль. Нажимаем «Подключить». Здесь выбираем... Я выбираю обычный. Какой нам предлагает приложение. Нажимаем «Подключить». Ждем несколько минут. Вот. Наш сервер, в принципе, готов. Можно пользоваться. Здесь можем выбрать нужный нам протокол. Если вам это надо. Я использую стандартный. Здесь можно настроить туннелирование, если нам нужно VPN использовать только на определенных сайтах или наоборот, не использовать на каких-либо сайтах или приложениях, соответственно. Здесь также можно добавить нового пользователя, например, если вы хотите на телефон еще подключить, чтобы не вводить все данные заново. Нажимаем «Поделиться», нам высвечивается QR-код, мы сканируем и все. Здесь можем управлять пользователями, удалять, если надо. Настройки приложения вот есть, настройки сервера, в которых можно также выбрать протокол, еще различные настройки. Приложение можно настроить DNS, если нам надо. Настройки приложения, автозагрузка и так далее. Добавить новый сервер. Ну и все.